о небе, только и разговоров, что о море и о закате. Добрый. О том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Добрый день, уважаемые! Сегодня стартует мега-эпичный новогодний розыгрыш призов от моего канала. В этой штуке жарко, поэтому я сниму, но вы уже поняли, что он новогодний, да? В этом видео, соответственно, я озвучу призы, и условия участия будет очень много призов. Боюсь, я язык сломаю, так как там слишком много английских слов. Вообще, это будет самый эпичный розыгрыш на канале, около 50 победителей, их настолько много, что я даже не могу их подсчитать. Если поможете в комментариях, буду рад. И как и обещал, на последнем стриме мы будем проводить этот розыгрыш строже, чем обычно. Подробности я расскажу в конце. А сейчас давайте перейдем к призам. Если я что-то неправильно произношу, не обессудьте, это реально для меня сложно. Первым новогодним спонсором является компания Russian E-Liquid Lab. От Russian E-Liquid Lab мы разыграем 10 линей к жидкости. Это будет 5 полных линеек Vape Ink, вот такие же жманчики, которая включает в себя 5 миксов: Run Pancake, Deer Island Tea, Leo Лаймазепан. Лаймазепан, ну вот здесь появится Лаймарцепан, Лаймарцепан, наверное. Eagle Vanilla Coke и Gorilla Cacamint. Ну и кроме этого еще 5 полных линеек в Ephemeral Taste с миксами Agrestis, One Shot, Prequest, Royal Blood. То есть 10 призовых мест, каждый победитель получит полную линейку Russian E-Liquid Lab. Обзор на Vape Ink будет на канале, а в Ephemeral Taste уже есть, можете глянуть, если хотите. Продолжим. От компании High Vape на Новый год мы разыграем тоже 10 линеек жидкости, по 5 миксов в каждой. Это Dragon Breath, Lumberjack Breakfast, Rocky Road, Melon Slush и Yamli. На канале есть обзор на эту линейку, и от High Vape у нас получается тоже 10 призовых мест с обещанным количеством 50 баночек жидкости. Каждый победитель получит полную линейку от High Vape. Также ребята ведут свой канал, где рассказывают о вейп-бизнесе. Подписывайтесь, там интересно. Ладно, продолжим перечислять ништяки. Тут будет сложно, потому что Vape Russia предоставила 5 разных линеек жидкости. Это Drip Pad, Дузи, Хейс, Трик Джуз и Медуза. У меня есть только котики, которые Drip Pad. То есть вот так вот они выглядят. Но думаю, остальные линейки не хуже. На котиков будет обзор, наверное, уже в 2017 году. Первый победитель получит котиков. Они же Drip Pad, миксы Blue, слово, которое я не могу выговорить, Virid, ну как-то так, Пурпура, Флаум и Red. Второй победитель получит линейку Haze. Это Tropical Haze, Pomegranate Haze, Bakery Haze, Morning Haze и Fruit Haze. А третий победитель получит Trick Juice. Это Торнадо, Лассо, Dragon, Oz и Jellyfish. Ну а четвертому победителю достанется Медуза, миксы Aurelia, Death Vader, Синя, Pink и вот этот микс Тентофия, ну короче, вы сами прочитаете. Так, а пятый победитель получит линейку Дузи. Это 10 миксов, а это, чтобы вы знали, бутылки 100 мл, то есть литр жижмана. Миксы Hustle Bustle, Hand Now, Fresh Blood, Pick and Roll, Tried and Tested, Short and Sweet, Safe and Sound, Net and Tidy, Twist and Shoot, господи. И вот этот микс, Cake is Lie. Так, это 5 призовых мест от Vape Russia. Далее от Meta Try Choice мы разыграем тоже 5 линеек. 3 линейки по 5 вкусов по 30 мл, то есть старый метод, и 2 линейки, в которых 3 вкуса по 60 мл, это новый метод. Обзор на них есть на канале. Миксы в старом методе называются просто, это метод 1, 2, 3, 4, 5. А новый метод, который по 60 мл, это Lemon Tart, Berry Buns и Кран Кола. В общем, будет 5 победителей, который выиграет одну из линеек от Method Right Choice. Напомню, что о жишке можно узнать из обзора на этом канале. Так, теперь ВСРТ. Я обещал, что скажу именно так. От прекрасного, великолепного, сногсшибательно сексуального паблика «Всратый вейпинг» линейка жидкости ВСРТ, которая состоит из 3 поражающих воображение гениталий вкусов: Unicorn Skrt, Pussy Juice и Icebot.
Разыграем мы 5 линеек, 3 пака по 25 мл и 2 пака по 50 мл. В общем, 5 победителей получат по линейке ВСРТ. Наш следующий спонсор – компания Cloud Bar. Мы разыграем их новую линейку жидкости под названием Happy Vapor, где-то она у меня на столе стоит. Вот так вот выглядит жижка. Будет 5 победителей, соответственно, разыграем 5 линеек. Не 5 флакончиков жижи, а 5 линеек. Каждому победителю нужно будет выбрать по 4 120-мм микса, а это 20 бутылей всего. Почти по пол-литра жижмана на победителя. Миксы. Fruit Circles, Grape Bomb, Popcorn, Ice Cream, Sour Apple, Strawberry Ice, Strawberry Milkshake, вот эти, наверное, два ништяк, Sweet Dreams и вот этот микс, который я пока не могу выговорить, но к обзору обязательно научусь. Tangerine, наверное. Да, и, конечно же, на линейку Happy Vapor будет обзор на канале. Еще Cloud Bar присылает много классных рецептов для серии пиратского, спасибо. В общем, 5 победителей по пол-литра жижки от Cloud Bar, линейка Happy Vapor. Продолжим. Наш следующий спонсор – это Sigma. От компании Sigma Vape мы разыграем 5 паков жидкости Sigma. Каждый пак будет включать в себя по 5 миксов на выбор из следующего списка. Rainbow, Galaxy, Milk and Honey, Fistachio, Ice Cream, Banana Soul, Juicy Fruit, Fancy Cake, Straw Cake, Hero, Crispy Loops и их новые миксы. Madness, Pacific Trip, Nectar, Berry Boom и Fury. Так, в общем, еще 5 победителей. Каждому по 5 миксов от Sigma. Дальше, если что-то произношу неправильно, не обижайтесь. Наш следующий спонсор это L-Vape. От компании L-Vape мы разыграем 2 линейки жидкости Starwap и 2 линейки Fruit. То есть всего 4 призовых места. Первые 2 победителя получат все 4 микса из линейки Starwap, в которую входят Tiffany, Gomer, Newton, Holly и Berry. А следующие 2 победителя получат все 3 микса из линейки Fruit, в которую входят Tuten, Rumia, Bombona, как-то так. Это еще 4 призовых места от компании L-Vape. Следующие ништяки предоставлены от компании Fog Pro. Мы разыграем 3 линейки жидкости. Первая Pop Juice включает в себя 5 вкусов. Майами, Тибет, Гэтсби и Синема. Сиао, восклицательный знак. В общем, еще вот этот микс. Вторая линейка Potion Liquid включает в себя 3 вкуса, они идут под номерами, типа Potion No. 1, 2 и 3. И разливаются в клевые бутылочки в виде черепков. И третья линейка Quasi Sticks включает в себя 5 вкусов. Incognita, Nut, Coffee, Ванила, Табака и Виски. Так, это еще 3 победителя от компании Fog Pro. Ну а наш следующий спонсор Байкал Кастом, жидкости для электронного парения с берегов Байкала. Разыгрываем 2 линейки. Обычный Байкал Кастом 5 вкусов по 30 мл и Байкал Кастом Лайт 4 вкуса по 30 мл. В общем, еще 2 победителя получат по целой линейке жидкости. Миксы. Берри Йогурт, Норф Беррис, Смокет Эппл, Соур Кэнди и Тайга Дью. Так, еще 2 победителя от Байкал Кастом. Продолжим перечислять ништяки. Следующим призом будет линейка жидкости, состоящая из 7 миксов под названием Far East Cocktail. Выглядит она вот так. Миксы Yellow Brew, Red Cloud, Chichik, Lady Marmalade, Honeymoon, Frozen Thai и Coca Hippocampus. Так, это еще одно призовое место от Far East Cocktail. Ну и последний приз в мега-обер-розыгрыше будет лайтовый. Это будут бутылочки для ваших самозамесов от компании Fog Flacon. Это бутылки Chubby Gorilla и кейсы для батареек. Будет 2 победителя. Фух. Призы вроде перечислил, я аж вспотел. Ссылки на всех спонсоров находятся в описании этого видео. Вы можете более детально изучить линейки жидкости, которые можете выиграть. Теперь, что нужно сделать для участия в новогоднем розыгрыше? В описании будет подробнейшая инструкция со ссылками. Если сейчас объясняю что-то, я вас запутаю. Там будет прям по пунктам со ссылками. Щелк и подписался. Если вы не видите инструкции, нужно просто нажать «Развернуть под видео» на YouTube. Ну, конечно же, логично, что это розыгрыш для подписчиков, поэтому вам нужна подписка на мой канал и группу ВК. Это первое условие. Вам нужно сделать репост записи с условиями розыгрыша на свою страницу ВКонтакте. Это второе условие розыгрыша. Пост будет размещен в моей группе, а из-под видео туда будет вести прямая ссылка. И последнее условие — написать под видео на YouTube. На это еще раз обращу внимание. Под видео на YouTube, не ВКонтакте, именно на YouTube. Коммент с хэштегом «Хочу ништяк на Новый год» и ссылку на вашу страницу ВК.
Теперь немного про условия. Призовых мест очень много, и чтобы во время розыгрыша никто не обижался, первое, розыгрыш 18+. Второе, доставка по России бесплатная, если победитель из СНГ, доставка приза осуществляется за счет победителя. Если он хочет, может отказаться. В розыгрыше участвуют только комментарии с хэштегом. Если хэштега нет, комментарий не участвует. Но написать вам его никто не запрещает. Если вы очень хитры и оставили два одинаковых комментария с хэштегом, то это считается дублем, и значит вы читер. Значит, мы ищем следующего победителя. Следующее. Это настройки приватности на вашем профиле YouTube. Если у вас скрыта информация о ваших подписках, то я не могу посмотреть выполнение условия подписки на канал. Значит, мы ищем следующего победителя. Ну, с подпиской ВК и репостом вроде все просто. Запись закреплять не обязательно, просто оставьте у себя на стене. Оставляю за собой право по фото определять возраст участника. Если у меня возникнут сомнения и ситуация по времени будет позволять, я попрошу вас документ, подтверждающий возраст. Если он будет предоставлен до окончания стрима и вам есть 18, приз ваш. Нет, значит, просто выберем другого победителя. Обращу внимание, если стрим затянется, мы, скорее всего, не будем так делать. Почему я все это говорю? Потому что призовых мест очень много. В последнем розыгрыше на 10 призовых мест мы ковырялись 2 часа, пока ждали исправления всех неточностей от победителей. И я обещал всем, что следующий розыгрыш будет строже. Вот он, строгий антинародный новогодний розыгрыш Жижла. В общем, в чем суть? Если условие не выполнено, просто едем дальше. Не ждем, не общаемся, просто выбираем следующего победителя. Если так уж совпадет, что вы выиграете сразу несколько призов, то есть будет один победитель на несколько призов. Ну, так бывает, это же рандом. Значит, так тому и быть. Будет у вас несколько призов. И еще раз по условиям. Первое, подписка на мой канал. Второе, подписка на мою группу ВК. Третье, репост записи с розыгрышем ВК. И четвертое, комментарий с хэштегом «Хочу ништяк на Новый год» с прикрепленным к нему ссылкой на ваш ВК под этим видео. Всем желаю удачи в этом эпическом розыгрыше. Конечно же, с наступающим вас Новым годом и спасибо, что смотрите. Ах да, розыгрыш пройдет вечером 30 декабря. Спасибо, что досмотрел до конца, приятного и пока!